ну, одну тоже я, это самое, такую... Наверное, вот я сейчас спою несколько песен, сделаем перерыв, наверное, да? И по новой мы два раза так же выйдем. Вот так, наверное, сделаем. Вот, а сейчас просто такой вот это... Дочь-то у меня, Ксения Ильдусовна, в общем, заканчивает МГУ по специальности высшая там нервная деятельность мозга. В общем, диплом. Сейчас вот диплом пишет в мае, и все, и МГУ готово. Вот, а это была, значит, соответственно, в раннем детстве ей посвящено, когда я еще... Грубо говоря, в колыбели. Не грубо, а, как сказать, образно говоря, да? В колыбели. Это ж не колыбель. Ну, колыбель, да. Тяжелым одеялом в полный рост, только дырочки от звезд цедит свет на землю вяло. Ветер сбросил обороты, песня сосен не слышна, оркестровые фокстроты заглушила тишина. Спят флейтисты, кларнетисты, трубачи и скрипачи, демократы, коммунисты, патриоты, сионисты и врачи, и палачи. Ну а я все напеваю, баю-баю, шкибаю, колыбельную пою, спи, усни, прошу тебя я. Подо льдом уснули реки, в реках рыба спит на дне, и луна сомкнула веки, улыбается во сне. Дремлет летчик в самолете, спит охранник на посту, спят страницы в переплете. Звери, птицы, дяди, тети на работе и в быту. Скоро утро, ведь земля плывет по кругу. День и ночь, и года уходят прочь, и жара сменяет вьюгу. Тралли-валли, люли-люли, без забот и без обид, все устали и уснули, только Ксюша все не спит. Спи, малыш, ведь ты же знаешь, можно лишь во сне расти. Ну вот и глазки закрываешь, словно в сказке засыпаешь. Если что не так, прости. Баю-баюшки, баю, если что не так, прости. Спасибо. Ну вот, на самом деле, Костя Кулясов, лидер группы «Анимация», он и вот эту песню купил. То есть он, вот группа «Анимация», в какое-то ближайшее время должна бы ее, не должна, собиралась, по крайней мере, ее записать вот, в своем исполнении. Но пока что-то вот, ну, купить он купил, а это самое. Там обнаружилось, что можно, что пол, на пол ребенка там нету упора никакого, то есть только слово «Ксюша», а вместо «Ксюша» можно петь «кто-то». Только кто-то сегодня спит. И не обязательно это папа дочери поет, это может и мама петь сыну, в общем-то, по большому счету. Вот, там нет, ну, спи, малыш, и ты же знаешь, ну, то есть...